Ну что? Почему ты еще... Баба, что ты делаешь? Доброе утро. Сколько можно спать? Ты можешь не стоять надо мной, пожалуйста? 9 утра! Я уже пошла в магазин в 6 утра. Что тебе приготовить? Я не голодный, я хочу спать, баба, оставь меня в покое, пожалуйста. Гренки? Ты хочешь гренки, сырники, вареники? Хочу подушку и одеяло, и кровать. Ой, такой мой бой. Стогами! Что тебе сделать? Сырники? Вареники? Греники? Ириал? Милкшейк? Тебе еще сделать? Ой! Ой, у меня такой салатик есть с этого. Коски такой. Смокт фиш. Хочешь? Ты только что сказала серенькие вареники. Сделай что-то, не надо мне все это, пожалуйста. Ты хочешь борщ? Котлеты? Заразы? Тефтели? Ты хочешь голубцы? Так что, кем ты хочешь быть? Я хочу быть актером, бабушка. Что? Каким актером? Надо быть лоером, доктором, аккаунтинг. Что это такое? Ты знаешь этот Славик, следующий дверь? Да. Его сын, знаешь, по-моему, поступил? Харвард. Ты представляешь? Вот тут этот мальчик умница. Вот это умница. А ты кто? Актер? Это не... Это хобби! Это фан! С мамой поговорю. Я сейчас позвоню маме. Звони маме. Алло! Роза! Роза, послушай. У меня сейчас инфаркт будет. Ой, мне только что Йосиф рассказал, что он хочет быть актером. Это что, правда? Что? Что это за мама? Чего ты ей звонишь? У нас внук дебил. Я не дебил. Я же Бруклин Кауч. Какой дебил я? Бруклин Кауч. Ты представляешь, какой Бруклин Кауч? А мой Славик, вот этот следующий дверь, его сын ходит в Харвард. Ты представляешь, вот умница. У них есть денежки для Харварда, нет? Он будет инженером, понимаешь? Да. Ну что, как Тамара? Понос прошел? Ну хорошо, поставь туда банки, и все будет хорошо. У тебя совести есть? А ты яблочки хочешь? Нет, бабушка, я не хочу яблочки. Я мандарин не хочу. Ты хочешь шоколадочку? Баба, я делаю уроки на компьютере. Пожалуйста, оставь меня в покое. Какие уроки? Здесь голые девочки. Какие голые девочки? Ну, it's okay. It's okay. It's okay. Я сейчас тебе. Ой, на яблочки я тебе принесла. Я не хочу яблочки, на... баба. Ну пусть они полежат, пусть они просто лежат. Баба, я не хочу Посмотри яблочки. На них, не хорошо? Джозеф, почему ты сидишь? Ой, посмотри, какая погодка там. Там только баба, я должен сделать уроки, пожалуйста. Посмотри, там... Иди погуляем. Подержи. Я должен сделать уроки. Баба, пожалуйста, оставь меня в покое. С тобой нельзя разговаривать. С тобой нельзя разговаривать, оставь меня в покое. Ой. Сердце. С тобой же нельзя разговаривать. Баба, пожалуйста, я тебя выйди из комнаты. Баба, выйди из комнаты, пожалуйста. Хватит дергать. Хватит. Ты здесь анонизмом занимаешься. Раз. У тебя совести есть? Трактором выйди на улицу. Познакомься с кем-то. Рокки, баба, пожалуйста, выйди из моей комнаты. А ты меня можешь научить юзать компьютер? Я не умею. Ты что, тут уроку сделал? Это для фильма я сделал. Я актер, я нужно это сделать. Это быстро снимается. Ты что, тут уроку сделал? Не волнуйся. Не говори маме. Как маме? Что мама не знает? Мама не видела еще. Ой, я сейчас инфаркт получу. Ой, у тебя совести есть? Я пожилой человек. Как можно издеваться над нами? Актер. Ты же чистый актер. Ты же клоун. Ты меня доведешь до приступа. Ты же дистрофик. Дистрофик. Знаешь, Славик, твой внук, ходит в Харвард. А не такой-то задрипанный Бруклин Кауч? Позор! Позор! Мне надо идти и говорить, что мой внук ходит в Бруклин Кауч? Что это такое? Ты там Принстон? Ты даже не можешь попасть в Харвард Дон Бэй! Я знаю, что это! Кингсборо! Неплохой колледж и дешевый. Сев, у тебя девочка есть? Может быть. Что это значит, может быть? Нету. Ой...
Мальчику 35 лет. Какой 35 лет, бабушка? Мне 21. Ты же родился в 79-м. Я родился в 90. Ой, я уже ничего не понимаю. Тебе 35 или сколько? Даже если я родился в 79-м, это математика неправильно. А у меня дома болит. Да. Мадам Прошкина. Мадам Прошкина. Сделай тише телевизор! Чё, Сель, сделай тише телевизор. Мадам Прошкина. Всё, сейчас пойду побукаю в бордвоке. Ой. В Райт-Эйд забрать свои эти антибиотики. Ой. Да, он в Райт-Эйде. Да, он в Райт-Эйде. Он пошел в Райт-Эйд. Да, да, ну я выйду на улицу там с Тамарочкой, встречусь там на Нептун-Эвеню, там посидим на скамеечке, да. Будем обстужать там, ну, да. Слушай, у меня к тебе просьба. Мне надо там пару рубашечек вернуть, их хотел купить. Может, мы могли подъехать в Даффис и 21 век? Да, да, ну там верно. Я там купила Дольче и Кабана. Да. И Версачи, там поясик, но он на меня маленький, его порвало. Да, вернуть. Ну, да. Слушай, ты можешь там хлеб привезти? Нету, нечем кушать. Да, я здесь этот рамнутал кушаю весь день. Я уже от него понос. Да, ну, понос сити, да. Ну, хорошо. Давай, не забывай. Целую. Вот так, иди сюда. Все, я тебя люблю. Я тоже люблю, бабушка. Не забывай. Ага. Ты у нас токсики, но я тебя люблю. Ага. Не забывай звонить. Хорошо, не забывай, мне 21, а не 35. Ой, извини. Что же было ты сделать? Все, давай, я тебя люблю. Давай. Бай, баба. Иди. Все. Все, давай. Вот пизделик. Ты можешь, пожалуйста, купить молочко и кефир и ряженку? Ой, эти рекламы! Сколько можно этих офисов? Проститутки. Одни проститутки на теле. Вот это классик. Ну вот это, посмотри на это. Ну, вот это классные классики. Это Олег придурок. Он ее изменяла, она его изменяла. Дрэк по телевизору. Да шо вы скорее! Русская реклама. Ой, одни таблетки. Что ты смотришь? У тебя совести есть?